Очень редко я там бываю, потому что этот магазин от нас далеко находится. Что я купила? Заинтересовала меня марка Stellar. Я давно хотела что-то купить из нее, попробовать. Я обрела себе вот так, в таком формате две маски. Здесь как будто целые такие системы с подготовкой. Написано, что это домашний формат салонной процедуры. Буду пробовать. Расскажу, покажу. Две тканевых маски вот таких. Пузырьковая маска. Пузырьковую маску в тканевом формате я еще пока не пробовала. Попробуем. И также вот антивозрастная тканевая маска омоложения. Ретинол и полипептиды. И вот такую гидрогелевую маску для лица тоже решила попробовать. Давно гидрогелевые маски на лицо не использовала. Самое главное, в общем-то, зачем я туда поехала, это были вот эти капсулы. А в основном хотела купить вот эту вот с ретинолом и коллагеном. И вот это еще с коллагеном. Там были также капсулы с витамином С, но почему-то я их не захотела брать. Это сыворотка считается, по ней можно делать массаж. Попробуем. А вот такой гель для тела купила. Там у них был стенд с корейскими товарами. Этот гель с улиткой и томатом очень мне показался интересным. А сейчас... Это я купила мужу, потому что другими шампунями он просто не пользуется. И два вот таких продукта от прыщей. У меня тут недавно, кстати, спрашивали про серию с кислотами. Я показывала в ролике те крема, которые у меня есть, они от Avon. Но вот эти вот тоже... Но вот я хочу сказать, что разница в них все-таки есть. Вот здесь, в этой серии, здесь салициловая кислота. Она направлена, да, на борьбу с прыщами, все правильно. А в серии той, которую я показывала, Avon, там гликолевая кислота, она направлена уже больше на омоложение. С прыщами она тоже борется, но также она обновляет, она омолаживает. Так что для более возрастных девочек советую все-таки покупать средства с гликолевой кислотой. А для более молодых, для подростков или у кого проблемы с прыщами, вот эта серия очень хорошая, и она стоит очень бюджетно. Это были все мои покупки.